Чемпионат Югры по пожарно-прикладному спорту завершился в Нефтеюганске. Испытания проходили почти 90 ребят из 7 городов округа. Спортсмены преодолевали 100-метровую полосу с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни. Здесь нельзя замешкаться и потерять драгоценные секунды. Настоящим спасателям это может стоить чьей-то жизни. Как и многие другие виды спорта, пожарный спорт развивает силу, выносливость, быстроту реакции. Для организаторов такие турниры еще и подготовка кадрового резерва. Добавлю, что победители и призеры соревнований пополнят сборную округа и представят наш регион уже на уровне России. Что касается общекомандного зачета, то здесь третье место занял Югорск, второе – Сургут. А победителями окружных состязаний стали хозяева – команда Нефтеюганска. Это увлекательно. С каждой возрастной группой меняется задача, меняется, что-то усложняется. Очень интересно, думать приходится много. Выдохнуть надо на старте, вот прям всем телом. Собраться, встать и побежать.